дальше? Мы умерли два раза. Пересмотрели клип The Boys Stealer. И теперь нам очень важно посмотреть выступление, потому что танец там просто шикарный. У них всегда классные выступления, да? Танцы. Да, и всегда танцы у них на высшем уровне. Ну, как бы и все остальное, но танцы — это, конечно, фишка The Boys. Давайте меньше слова, больше дела. Скажи три. Скажи три. Что такое? Можешь просто... Старк, я не знаю. Это с шоукейса? Это Stage 4, значит, тут будет... Вот это мне нравится движение. Тук-тук-тук, как они делают, классно. Зио, прекращай. Жесть, конечно. Господи, эти кожаные штанишки. Он явно нравится. Ему очень нравится. Я вижу человека. Господи! Капец, он на сцене летает. Это так офигительно. Они еще лайв. Офигеть. Ой, кто-то очень хорошо подкачался. Как раз твои любимчики просто другом. То есть один нынешний, другой типа вообще. Шикарный. И, блин, они все пели вживую. Вообще, как при таком сложном танце так петь? Просто. Господи, Бибиаса называется. Страдать. Я так рада, что наша участь страдать. О, да. Санён хорошо в качалке потрудился. Ладно. Кажется, можно сделать. Да, мы главное, мы живы, да. Нам надо жить, потому что нас ждут еще выступления. Всем пока!
Мы продолжим смотреть другие ролики. Да, встаньте, The Boys. Любите. Вышло мне прямо интересно вот это вот.